Здравия, добромолодцы, красные девицы, приветствую вас на новом канале Мукбанг Зарема Муза. Представляете, какая у меня каждый день же новости какие-то происходят. Сломался штатив. Вот этот вот он работал, понимаете, а я его вот так вот прикручивала, ну, то есть, как бы, и он отпадал. А это прям вообще уже ножка прям сломалась. У нас сегодня помидоры. Вообще, есть особо неохота. Ну, просто я люблю помидоры. Лучок. Вообще такой хороший лучок у нас здесь на Гуше. Я узнала новость, что вот это кафе, где я сейчас нахожусь, в этом году не откроется. Я не пью алкоголь, но мы сюда приходили, здесь музыка играла, компаниями собирались просто в том году здесь. Вот это один стол большой сядем. Кто-то кофе возьмет, я там минералочку. Большой компании сидим. Вот. Сейчас я доем и покажу вам, какие виды передо мной. Народ с катерами едет до 5 июня. Сезон закрыт, понимаете? Потому что идет нерест. Нельзя в это время тревожить воду и рыбок. Народ с катерами прет, а их штрафовать будут, если сейчас вот нацпарк, сотрудники нацпарка, если заметят. Нельзя. У меня друг есть, Ваня Южаков. Он как мой сосед. Он в том году дал мне велик погонять, поездить. В этом году я опять у него взяла. И первый день, как выехала, он скажет, что центр, перекресток. В этом центре, на этом центре стоит Пятерки магазин. Это было где-то, во сколько я вышла, выехала, в красных шортиках, тик-ток, таких, такая белая футболка, ну, вчера я в ней была, на поясе такая рубашка такая замотана, бандана красная, красные губы, кроссовочки такая, по теме вся, в тренде. За бананами поехала. Выхожу. Мне нужно, чтобы нормально сесть, вот педаль промотать вот так вот вперед, правую. Ногу вот так вот перекинуть, на нее нажать, и как бы я как бы таким образом вот так вот перекручиваю и разгоняюсь таким образом. А это получается такая, рюкзак такая надела, ногу перекинула, и она у меня то ли вот половина перемотанная была, либо что. Она не наверху стояла педаль. И я мало разогналась, получается, а там такое еще поднятие на дорогу, и центр, и там машины вообще, кто к нам приезжает, все знают, что вообще машины на скоростях там ездят. Я не смогла разогнаться, у меня, считай, вот руль повернулся. Я благополучно приземлилась на асфальт посреди дороги. У
упал и прям на меня велик. А до меня мужчина покупал один. Что-то покупал, не помню. Он такой... А после меня он покупал, но я вышла первая. И он такой сел через дорогу в свой джип, там, не знаю, какая машина была, не разбираюсь. Я упала, лежу, слышу, машина приближается, едет. Он выбегает из машины. А я потихоньку стараюсь встать, потому что велик на меня упал, не могу встать. Что, он на спине рюкзак там. Бананы лежат, термос, считай. Вот это. Он подбегает. Что ж вы так неаккуратно, девушка? Я такая, ну вот так вот. Поднимает меня, а у меня шорты вот эти красные зацепились за сиденьку. Я говорю, резко не понимаете, у меня говорю, шорты зацепились, он смеется. Прямо машина приближает, он, стой, стой. Ну, тот мужик как виделся, я лежу там, распластанная. У меня же каждый день какие-то приключения происходят. Подняла, это спасибо вам большое. Сейчас покажу коленку. Так щипало сильно. Ра-та-та-та-та. Стреляй, па-па-па, убегаешь от меня. Я, короче, решила сильно чай не пить. Так немножко хряпну. Что-то хочется сегодня вот... Я сейчас пойду, куплю себе этот... Газированной минералки хочется. Холодной просто. Извините за шуршание. Я просто сама не люблю шуршание, поэтому думаю, что, наверное, не всем нравится тоже шуршание. Вот, сейчас. Блин, как бы это... Вот коленка моя. А, ну это синяки, это я уже вот... Ой, у меня друг говорит, Зарема, что у тебя все ноги в синяках? А я себе заказала юбку на Wildberries. И так у меня сарафаны есть. Не могу носить все в синяках, на велике Зарема катается. Надо штатив заказать. Сейчас я вам покажу виды. Вот водохранилище. Сейчас пока мало людей, потому что не сезон. Вот наши горы там видно. Сегодня суббота. Вот видите, как красиво. Видите, этот штатива нет. И смогла вам показать наши виды, да?